Для подкормки домашних растений многие цветоводы используют различные органические средства, предпочитая народные рецепты покупным средствам, ведь они легки в приготовлении и не менее эффективны. Сегодня мы продолжим тему натуральных удобрений и расскажем о гороховой воде. Известно, что со временем цветок, произрастающий в горшке, выбирает все питательные элементы из грунта, поэтому, чтобы их восполнить, нам необходимо своевременно вносить полезные вещества извне. Сделать это можно, например, с помощью гороховой воды. Все дело в том, что горох имеет богатейший химический состав. В нем содержатся витамины А, В, Е, H, ПП, фосфор, калий, магний, железо, сера, натрий, селен, крахмал и жирные кислоты. Подкормка на основе гороха спровоцирует пышное цветение растений, повысит их защитные силы, поможет правильному росту, насытит листья сочной зеленью, улучшит внешний вид и сделает мощнее стебли. Гороховое удобрение готовят следующим образом. Заливаем горох отстойной водой и оставляем на всю ночь. На утро жидкость процеживаем и используем для полива цветов. В качестве подкормки можно применять и воду, в которой вы отваривали горох. Только учтите, что она должна быть без добавления соли. Питательные вещества, содержащиеся в зернах при варке или замачивании, перейдут в воду, которая превратится в их ценный источник. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.